Так, мы уже начинаем понимать, что из клетки надо выйти. Ты такой молоток, прям парень. Я тебе, наверное, катетер буду сегодня снимать. А то ты сам снимешь. Да. Красотун! Да, ты все понял, что ты уже тут, в клетке, что надо оттуда валить. Валить. Значит, тебе клеточку надо побольше принести уже. Да. Ты ему хороший. Когда будешь сам кушать? Почему тебя мама шприца все кормит? Вот. Когда ты будешь кушать сам? Или это не царское дело? Не бойся, не бойся.